Бабушкина азбука. Привет, малыш! Мы снова здесь, чтобы изучать бабушкину азбуку. Это хорошая программа для изучения букв, животных различных и просмотра хороших рисунков и стихов. В прошлый раз мы посмотрели все до буквы И, а теперь мы будем продолжать и посмотрим буквы И краткое, К и Л. Давай начнем. Буква И краткая. Вот какой интересный рисунок. Смотри, это какая-то пустыня. А в ней сидит йог. Йог, индийский йог. Вот он. Йог – это такой человек, который занимается йогой. А что это рядом с ним? Смотри, это же баночка с йогуртом. Йогурт – это такая вещь, начинается на букву И краткая. Йогурт. Вот она, буква И краткая. А теперь давай прочитаем стишок про йога. Йог так долго просидел, йогурт выпить захотел. Вот такой смешной стишок. Красивый рисунок. Мне он нравится. Давай пойдем дальше. Буква К. Вот она, буква К. Что у нас тут на букву К? Давай смотри. Ну, конечно же, это кошка, котик. Хороший, красивый, серый котик с зелеными глазами. А держит он книжку. Вот она, книжка. Книжка сказки. И хочет он отдать ее курочке. Да, он взял у нее почитать сказки, а теперь возвращает обратно. Вот она, курочка. Она сидит в корзинке. Корзина, это тоже на букву К. Вот, курица. Вот это корзина. Это котик, а это книжка, книга. Давай прочитаем стишок про них. Котик книжку прочитал, курочке читать отдал. Вот такой стишок, хороший. Давай смотреть дальше. Буква Л. Красивый рисунок. Смотри, какое море. Синее море, а по нему плывет лодка. Вот она, лодка, деревянная лодка. Лодка на букву Л. А в ней сидит лев. Лев. Большое, сильное животное. Лев. С красивой рыжей гривой. И держит он в лапе, вот лапа, лапа у льва. Держит листик. Листик. С дерева упал листик, а лев его взял. И хочет дать лебедю. Лебедь. Это большая белая птица на букву Л. Вот они. Животные и вещи на букву Л. Лев. Лебедь. Листик. Лодка. Вот буква Л. Давай читать стишок про них. Лебедь по морю плывет. Львенка в лодочке зовет. Хороший стишок. Его очень просто выучить. Ну что ж, малыш, мы посмотрели три буквы. На этом этот фильм закончится. Смотри следующие фильмы про бабушкину азбуку. Давай изучать ее вместе. Пока!